находится второе место. Третье Бахрам. На четвертом месте Шивай. Тоже Шахан. Лидирует Джумабай, второй месте Шаман, на третьем месте Бахрам. Далее Экшивай, Шахан, Булат, Махал. Нашли ответку первые 300 метров. 26,8 секунд. В левом повороте мускучного участника в борьбе за лидерство. Джумабай, Шаман, Бахрам по пробке, рядом. Якшибай, Шерхан, тут же Булат. Продолжает лидировать Джумабай, самый первый на втором месте. Шаман, на третьем месте держится Шерхан, тут же Якшибай, Бахрам, Булат, Бахрам. Уже легко и правый поворот, лидирует Джумабай, борьбе за второе место, Шаман Якшибай. Тут же Шерхан, Бахрам, Бахрам и Булат. 46,7 секунд, резвость 500. Прав в повороте. Волгодинский Джумабай, Бахрама. Лидирует Шаман. Тут же Булат. Было падение у Бахрама. Впереди Булат на втором месте. Экшибай, тут же Шамат. Шерхан и Махтал. Лидирует Булат. Частного лица. Валика меньше Свердловинского района на втором месте. Шамат. На третье место пытается выйти Джумабай. 46,1 секунда, резвость второй 500. В левом повороте растянуто. Впереди Булат, на втором месте Шаман, на третьем месте Джумабай. На четвертом месте Якшибай. Лучше выходит на финишную прибор. Впереди Булат, поцелуй Азана Хафарова. На втором месте Шаман, третьем Джумабай. Заключительный метр дистанции призрак Айрата. Уверенно, с большим преимуществом, победу одерживает четвертый номер Булат. Так финиширует Шаман на третьем месте. Джумабай. Четвертый майор Якшибай. Борьба за пятое место. Шерхан и Махтал. Помещение. Они не жалеют. Пока.